Всем привет! С вами Нилана Санс. У меня есть крючок десяточка, полипропиленовый шнур. И я хочу вам показать, как вяжется самый простой пояс. То есть, когда нам нужен грубый пояс, просто здесь грубая нитка, и идеально было бы показать. Вяжем 5 воздушных петель. Одна петля подъема для начала ряда. Теперь из каждой петли вытаскиваем по петле и не провязываем, оставляем на крючке. Вот у нас есть 5 петель. Первую петлю провязываем для поднятия ряда. Далее провязываем петли по 2. Ряд готов. Чем длиннее у вас крючок, тем длиннее ряд вы сможете провязать. Так, снова петля подъема. Далее петли вытягиваем таким образом. И через нижнюю петлю, и через петлю, которую мы провязывали. То есть петли нижнего ряда и петли, которые мы не провязывали. Значит, протягиваем так и так. Протянули петлю. Достаточно толстая и грубая, чтобы было видно, за какие нити я поддеваю. Надеюсь, видно хорошо. Есть. И снова первую провязываем. И далее по 2. Такой узор выходит. Первую провязываем и далее точно так же. Вот таким узором набираете ту длину пояса, которая вам необходима. Надеюсь, мастер-класс вам понравился. С вами была Нилана Санс. Всем пока-пока, до новых встреч!